Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать набор от компании Lego. Не вот этот, не эту бутылку, а вот эту коробочку и, соответственно, набор, который у нас под номером 70836 Battle Ready Batman and Metal Bird. Набор создан для рекламы Lego Movie 2, фильма от компании Lego и какой-то там еще киностудии, не знаю, не помню, не буду ничего говорить. И, соответственно, алкоголь — это для того, чтобы YouTube не перевел этот ролик в категорию только для детей. Поэтому, простите, вот такая вот у нас ситуация. Я вот решил в своих роликах ставить алкоголь для того, чтобы не только дети, а также взрослые могли этот ролик посмотреть и решить, что они хотят купить своему ребенку. Или же просто кто-то увлекается вот такими маленькими фигурками, как я. Так, коробочка. Она у нас относительно небольшая, но, к сожалению, вы видите, что инструкция была положена в коробочку, сложенной пополам. Сейчас они делают немножко меньше инструкции, поэтому никто не мешает им, не мешало им печатать меньше немножко картинки, чтобы не нужно было сгибать эту инструкцию. Но это не такое уже отступление. Так, у нас здесь какая-то сценка изображена. У нас по идее Лего мы можем понять, что у нас здесь оказывается 4 героя в таком маленьком наборчике. Это у нас есть Бэтмен. Потом у нас есть вот такая звезда. Стар имя есть. Потом Мэддокс, если я верно читаю. И вот антигерой такой вот Metal Bird. Сборная конструкция. И различные функции тут нарисованы. В принципе, все можно. Сейчас я вам покажу. Что интересное, что в этом наборе не было никаких наклеек. Так, самое простенькое. Вот такая вот звездочка. Ее можно вот так подвигать. Жалко, что, конечно, только вот такое радостное лицо. Больше ничего нету. Ну, классно, что есть вот такой принтик интересный. С обратной стороны вот такое вот крепление. И вот такая вот с двух деталек. Фигурка или что-то в таком духе. Так. Дальше. Вот такой вот лысый чудак с бакенбардами. У него есть вот такой вот такие вот шипы на плечах с одной стороны. Копье. Вот такой вот принт. Спереди на торсике, на ногах. Майка вроде бы и брюки на подтяжках или как-то, или комбинезон. Так, и разворачиваем. И вот две штанины разного цвета. Или это у него металлическая нога, я не знаю, что это означает. Фильм я не смотрел, поэтому если у вас есть возможность, можете написать в комментарии, почему у него две разных ноги. Вот такая вот фигурка. Прикольная. Киберпанк. Постапокалипсис. Так. Теперь. Следующая вот. Можно сказать. Сборная конструкция. Фигурка. Вот такая вот. Еще раз повторюсь. Есть везде принты. Вот ключик. То есть замочечная скважина. Вот эти конечности могут двигаться. Здесь есть вот такие вот мечи или сабли. Такая вот пила. Затем, не знаю, что это. Или же подзорная труба, или же что еще. Что это может быть. У людей, которые... К сожалению. А, протез, протез. Вот, все вспомнил.
Так, вот такая вот рука с еще такой саблей, еще вот такие вот штуки, крюки. Можно вот так вот двигать туда-сюда, как-то цепляться, может быть, ими. Не знаю. Здесь вот мачта такая для, там может наблюдатель какой-то сидеть. Вот такой вид сзади. Мачта может вот так вот отодвигаться. Вот в разные стороны. Соответственно, стоит он не очень устойчиво, заваливается. Хотя можно найти какое-то положение. И вот здесь есть скважина. И вот эта фигурка, так можно сказать. Можете, кстати, на нее посмотреть. Она здесь открывается. Вот здесь откидывается. И открывается сундук, в котором сосиска и косточка лежат. Ну, их было по две штучки, ну, я их все положил сюда. Закрывается. Что еще? А, вот эти штуки можно поднять вверх. Никаких стреляющих функций, ничего нету, только вот эти лапки двигаются туда-сюда. Можно как-то вот развернуть. Ну, не такой большой этот есть угол разворота, но все-таки можно. Вот такая вот сборная фигурка какого-то механизированного врага. Или не врага, может, это очень хороший, добрый человек был раньше. Так, теперь посмотрим уже. Вот прикольная вот эта табличка. Вас приветствуют или что-то в таком духе. Логово Бэтмена или наблюдательный пункт Бэтмена. Будем его уже смотреть вместе с ним. Располагаем. И что мы можем делать? С обратной стороны есть колесико. И можем вот так вот туда-сюда его так вертеть. Крылья статичные, никуда не двигаются. Лестница вот так вот опускается, поднимается. Прикольная вот эта деталь скалы, цельная. К ней вот эти боковые уже пристроены. И здесь вот вы можете видеть, можно расположить кого-то. И здесь у нас что есть? Есть сабля запасная и еще один батаранг. Сюда я закрепил. Вот такая вот штука. Вот видите, как она работает. И вот мы сейчас посмотрели наблюдательный пункт Бэтмена и закончим уже обзор на самой фигурке Бэтмена. Вот такой вот у нас Бэтмен по версии Лего. Это не Есть другая немножко серая версия, которая именно для как бы фильмов там про Бэтмена, но здесь вот именно Лего, который представляет их версии. Вот такой вот Бэтмен, вот именно отличается вот этим желтым поясом. Вот это классные такие вот эти наплечники, прикольные. Сзади у нас есть вот такой принт, видите, чуть-чуть, ну, развивать мягкий плащик, разорванный, это не я порвал. У него два выражения лица, одно такое, я не знаю, что это значит, и обычный такой вот Бэтмен, на которому все наплевать. Так, вот, ну, прикольно, ну, два батаранга еще, вот видите. Вот такой вот принт на ногах. Там еще принт под вот этой кольчугой. Вот это мягенькая. Ну как мягенькая. Ну типа резина наклеенная. Ну вообще фигурка обалденная. Если у вас есть возможность купить его со скидкой, бегите, покупайте. Очень классный набор в отношении, что там можно где-то на какую-то полочку поставить. Там сейчас скоро выйдет Киберпанк. Или уже вышел, надеюсь, вы уже его смотрите там попозже. Поэтому всем рекомендую этот набор именно вот именно за фигурок. Конечно, плохо, что вот этот такой вот
человек с ограниченными этими возможностями, не будем никого обижать. Ну, соответственно, ребята, если вы не достигли возраста, который вам позволяет покупать алкоголь, не стремитесь его покупать, успеете, если вам нужно, а те, кто уже может его покупать, не злоупотребляйте, имейте голову на плечах. Он, конечно, приносит радость, но когда его слишком много, он приносит печаль. И не только вам, но и окружающим. На этом все. Большое всем спасибо за просмотр. Делитесь этим видео со своими друзьями, может, кому-то будет интересно. И, соответственно, кому дает радость, пользуйтесь кэшбэком, который у меня всегда есть в описании. Ну и, соответственно, я еще оставлю в описании ролика страничку на Lego.com, на этот набор, и там вы сможете уже знакомиться с деталями, которые там есть в наборе, и там, может быть, у кого есть возможность там что-то другое выбрать. Ну, кэшбэк не действует на Lego, но все-таки, может, вы будете в Китае покупать, там можно сэкономить. Ну и смотрите мои другие видео, и подписывайтесь на канал, и подписывайтесь на второй канал. Там бывают всякие распаковки. На этом все. Всем большое спасибо. Пока.